Сегодня 10 июля 2015 года. Вот детский профсоюзный лагерь «Стан». Зарядка утренняя. Выключите лампочку. Опять лампочка горит у меня. У меня живот болит. Болящий у нас вот скамейка лечебная есть. Такая. Сейчас, пока, ну стой там, стой. Что можешь делать, что нет, опираться не надо, вон там. Туда дальше. Дальше, дальше, Кирилл, сюда встань. Вот что ты? Что его поддержит, он не упадет. На вытянутые руки. Сюда, подальше. Тихо, Тарас. Дело дело. Девочки, туда. Еще туда, дальше, вон туда. Там взрослым тесно. Прям боятся продвинуться. Вон почти до березы, до цветов можно пройти. Чего вы боитесь? Там никто не кусает. Девочки, сюда вступите. Сзади вас, видите, тесно. Вот, освободитесь. Вы там не толпитесь только. Все, руки опустите. Первое упражнение. Мы начинаем. Головы и шеи. Тихо. Делаем медленно, никаких резких движений. Наклоны. Раз, два, три, четыре. Это профилактика против остеохондроза. Остеопороза. А можно надеть козырек вперед? А то солнце светит, я ничего не вижу. Ну ничего, не растаешь. Я ничего не вижу. Ничего не будет. А тебе не надо видеть? Видеть не надо, тебе слышать надо. Повороты. Вправо, влево. Медленно делаем, без резких движений. Все делаем наклоны. Влево, вправо. Тарас, кепку одень или положи ее. Вращение головой, только вращение, смотрите как. Как бы сверху вниз. В одну сторону. И в другую. А теперь вращение вот такое обычное, так скажем. О, вот сюда чуть подальше встань. Вот тут, ага, вот тут. Ага, все, молодец. Вот, смотри, смотрим на дяденьку и за ним повторяем. Сейчас вам показывает. Качаться нельзя. Какие качания еще? С утра зарядка у нас. Давай присоединяйся. Пойдем? Давай зарядочку надо делать. Смотри, он дяденька показывает, а ты должна делать. Маленькая еще боится она. А ну и что страшного, что? Дяденька не кусается. Вот и все, да, рядышком. Вот видишь, как она делает, молодец. Маша, смотри, делай зарядку, да. О, как отлично. Ну как Маша делает? Так, вращение вот так. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Вам надо подальше немножко отойти. Мальчики, сюда продвиньтесь. Шаг вперед, Нестор. Кирилл, шаг вперед. Так, Тарасе. Вращение. Мне тоже надо скелета мне это ударится. Так вот, назад, вперед, раз, два, три, четыре, еще раз, назад, раз, два, три, четыре. А теперь на координацию движения называется. Рука одна вперед, бывает даже взрослым не получается. Другая назад. Ой, я умею. Потом поменять. Ну а что смотрим? Телевизор смотрим, все. Свою жизнь не делаем, а телевизор смотрим. Надо все делать. Потом в обратную сторону. Во. Ну что, просто стоим, смотрим телевизор. Делай, отбоя-то не было. Делаем. Одна вперед, другая назад. Просто я не видел, что ты делала. Вращаем руками. Вращаем. Ну давай, одной рукой вначале. Как, что-то не проснулась еще. Доброе утро, Фрося. Ну-ка давайте скажем. Доброе утро. Теперь другое вращаем в обратную сторону. Назад, 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 назад. Еще не проснулась. Делаем, делаем. Ну так хорошо получается. Так, встряхнули руками. Вдох, выдох. Посмотрите на небо. Маленько расправьте осанку. Паша все время крючок рыболов. Ну что это за осанка? Посмотрите, Господь какое небо нам даровал сегодня. Еще раз вдох,
Выдох. Дальше. Руки на уровне груди. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ноги на ширине плеч поставьте. Раз, ну, два. Руки три, выше, Ливия. Четыре. Выше. Раз, два, три, четыре. Энергичнее, чтобы от вас энергия шла. А то вы в таком возрасте. Уже как бабушки, дедушки. Раз, два, три, четыре. Тарас. Раз, два, три. Стой, достаточно. Вон Андрей как энергичный. Настоящий самурай. Рука вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У нас все делают. Вот. Голосуем. Гости приехали тоже. Они пока еще гости. Следующий день за нас приняты. Достаточно. Боксовать-то некого даже. У нас есть такое упражнение. Давайте маленько. Тут какие-то тут комары летают. Мы не против друг друга. Встали правильно. И комарика или в мошку какую-то. Руки в карманы. Почему не состоишь? Ты что это? Все делаем. Все. Мне некого бить. Ну она ходи. Тарасы бить. Давайте. Ну. И вас. Все делаем. Так, ну что-то непонятно. Когда мы завтракать будем, будешь рядом стоять делать. Что стоишь? Ну, все, это мы не против друг друга, а против мошек, комариков. Правильно встаньте. У кого левая, у кого правая стойка. Ну, а то, как говорится, соплей можно перечислить. Не радуйся. Вот. Нет уже ни одного комарика, никого. Наклоны туловища. Ноги на ширине плеч по-прежнему. Сходное положение. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Андрей, что-то у тебя заносит на повороты. Раз, два, три, четыре. Наклоны пониже делаем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой, достаточно. Повороты туловища. Руки за голову. Раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поворачиваемся сильнее. Ноги на месте стоят, Андрей. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Стой, достаточно. Вдохнули. Глубокий вдох. Выдох, расслабили. Потрясли руками. Так, хорошо. Вращение туловища. Ниже вращаем. В одну сторону. В обратную теперь. Достаточно. Наклоны делаем. Теперь уже развиваем связки. Упражнение на гибкость. Раз, потянулись. Два, одну ногу достали. Три, другую. Четыре стали. На счет четыре. Ноги прямые. Раз, два, три, четыре. Раз, потянулись. Два, три, четыре. Подсчет все делаем. Раз, два, три, четыре. Раз. Прогнулись в спине. Два, три. Василиса, Агния, четыре. Сюда вот подойдите. Здесь делайте. Сюда, Агния, идите. Ноги сюда. Прямые, достаем. Вот здесь вот вставайте. Ну, вот тут, впереди. И делайте. Впереди, вот здесь. Одна здесь, другая там. Отсоединись вот так. Отсоедини. Вот так. Вот так. И вот тут делай. Достаем, достаем. Не просто разговариваем, достаем. Нестор. Кто разговаривает, сейчас листочек в рот возьмите. Вот Котя вышел на зарядку. У него своя зарядка. Хорошо, достаточно. Так, теперь пошире поставьте ноги. Растяжки сделаем. На одну сторону. Ноги прямые.
Ксюша, надо внимательно, не перекаты. Ноги прямые. Нога вот эта вот прямая. Тянем, тянем. Теперь посложнее. Перекаты называется, да? Что может? Вот так, но не можете. Помогайте себе вот так вот. Опирайтесь на колено. Делаем, делаем. Так, Тарас, что ты? Стоим, Тарас, что ты делаешь? Ты неправильно делаешь. Смотри на меня. На меня смотри как. Вот эта нога подгибается. Что ты первый раз что ли? Ну делай, делай. Что стоишь? Садись на одну сторону. Вот так. Да. Достаточно. Потряси ногами. Теперь на координацию движения. Кто еще не знает, внимательно слушайте. На счет раз, руки в сторону. Два, нужно достать правой, левой рукой правую ногу. Два, еще раз показываю. Вот так. Три стороны и четыре встали. Раз, два, три, четыре. А потом наоборот. Достаете правой рукой левую ногу. Раз, два, три, четыре. Тарас, ты уже месяц живешь и цыганский танец пляшешь. Только повнимательней. Раз, два, три, четыре. Раз, обе руки вперед. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Вот называется на координацию движения. То есть как правильно сделать? Поставьте пятки вместе, носки врозь. Дыхание маленько восстановите, восстановите. Приседание. Руки на пояс. Руки на пояс. Садимся, Андрей. Выдох делаем. А встаем, вдох, понятно? Вдоха начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Место. Руки красиво вперед выноси. Ну что ты как, дед? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, еще раз. Раз, два, три, четыре. А теперь присели и вот так подержаться. Равновесие держим, держим. Тарас, дед Тарас. Вот держим. Не вот так вот упал еще. Взрослые держат. Пожилые люди, а ты молодежь такая хлипкая у нас. Вдох. Выдох. Восстановили дыхание. Спокойно. Еще раз. Вдох. Выдох. Утром нагрузку большую нельзя давать и бегать много нельзя. Приходилось разговаривать с ним, там такие дистанции бегали утром. Это неправильно, сердце можно посадить. Пройдет часа два, тогда уже можно заниматься, работать и все, ну, больше нагрузку. А так постепенно нужно. Так, ну попрыгали. На правой ноге выше. На левой. Сейчас пробежку делаем три круга. На двух ногах. Ну, выше, выше прыгаем. Теперь там вокруг бума. Бум. Медленный бег. Я бы не знаю. Я даже тут. Сяду. Ну вам можно. Делайте шага 4, вдох. И тогда 4 следующих шага. Выдох. Дыхание ровное. Ой, меня. Последний круг пошел. Я второй сделаю три круга.
Радостно. Конечно. Одеваем рукава, дыхание восстанавливаем и на молитву. Где у нас Кирилл? Можно в келью зайти за рубашкой? Не надо в келью. В келью раза два-три в день заходить, не больше. А то прям кели прилипли, это кели. Вдох. Выдох. Тоже грубейшая ошибка, сразу бывает, пробегут и садятся. Сколько я занимаюсь детьми, сразу упал и все. Нельзя этого делать, нужно походить. Восстановить дыхание. Рукава одеваем, кепки-то снимайте. И становимся на молитву. Мальчики, мужчины у нас по правую сторону. Девочки и женщины по левую. Там на кухне, надо сказать,